Дорогие друзья, привет! Мы находимся в фотостудии «Просвет», где сегодня у нас происходит не что иное, как фотосъемка зимних образов, зимней коллекции одежды компании «Rosa Style». Сегодня я вас еще обязательно познакомлю с ее владелицей, со всеми участниками этой мощной команды. Расскажу вам, покажу скорее даже весь процесс съемок, примерно как это все происходит. Пока дам панораму по студии. Ну, собственно, сейчас к нам зайдет фотограф с кучей-кучей вещей, которые предстоит снять. Сегодня у нас будет и верхняя одежда, и кофточки, и блузочки, и, возможно, платьишки. В общем, осень-зима, друзья мои, в Москве. В Москве лето так мы не увидели, поэтому берем колготки, поэтому берем кожаные штаны и мини-юбку и снимаем осеннюю коллекцию. Осень приходит к нам как нельзя вовремя, как всегда, я бы даже сказала, на бабье лето тоже рассчитывать не приходится, поэтому, не успев достать сарафаны летние, мы теперь снова переобмундировываемся в зимнюю, в демисезонную одежду.